Всем привет! Видео короткое. Это видео вопрос Владимиру Каханову. Ну, он посмотрит, я думаю, возьмет этот вопрос на вооружение. За вопрос спасибо Евгению Лукьяненко. Он простой. Вопрос звучит так. А стоит ли доводить кухонные ножи из мягкой нержавеющей стали, которых большинство, я не побоюсь этого слова, огромное большинство, да, доводить тонко, то есть полировать подводы, там, работать на тонких камнях, стоит или не стоит? Мне интересно знать как мнение Володи, да, так и ваше, в принципе, мнение. Свое мнение у меня сложилось уже, и могу сказать следующее, что вот, например, вот этот нож, да, из 420 стали, твердость где-то, ну, до 55 единиц по Роквеллу здесь. В данный момент, да, он в испытательных целях, ну, доведен довольно-таки очень тонко. То есть, видите сами, подвод блестит, там что-то отражается в нем. Но прикол в том, что данный нож не режет. Он сминает помидор, он ну, не может разрезать вареную колбасу. Приходится прикладывать давление, да, ну, сильнее обычного. И в результате все равно у нас режущая кромка-то острая. И происходит следующее. То есть нож прорывается и ударяется РК о разделочную доску. Но разделочные доски у меня тоже нет. Допустим, торцевой доски я хочу приобрести, но все что-то как-то руки не доходят. Да? И у большинства людей нет таких разделочных досок. Да? И в результате что получается? Что нож приобретает дополнительное ускорение, бьется об эту доску, РК сминается, и нож, который доведен тонко, да, он быстрее тупится. Казалось бы, ну, как так? Ну, вот так и получается. Так как сталь мягкая, а мы им долбим постоянно. Постоянно долбим, постоянно прикладываем более сильное давление к нему. Нож получает большее ускорение, и все. Но в большинстве своем же люди режут ножом, то есть делают вот такие движения вперед-назад. И нож, который доведен, ну, заточен, наверное, все-таки, до трехтысячника по GIS, да, или, ну, данный конкретный нож доведен до тысячника по ФЕПа от Андрея Гриндермана, и он режет. Он спокойно прорезает. Я не прикладываю никакого давления, да, он, когда я совершаю вот такие вот движения, он у меня спокойно приходит в доску. То есть он не бьется, а спокойно приезжает в эту доску. И получается так, что нож грубее заточенный, он режет дольше. Здесь еще один вопрос, который я адресую ко всем и к Владимиру Каханову, да. А кто-нибудь когда-нибудь задумывался над, ну, такой стадией, наверное, заточки, как ханингование? То есть это нанесение риски в определенном направлении. И как это влияет на рез продуктов? Потому что вот смотрите, я для себя вывел одну простую вещь. Что если я покажу сейчас это. Вот допустим, здесь я наношу риску вот под таким углом, да, а с обратной стороны, соответственно, вот под таким. И в результате у меня на подводе, да, как бы, ну, риски перекрещиваются с одной стороны подвода и с другой стороны подвода. И что мы получаем? То, что, секунду, то, что нож у меня цепляется в разрезаемый продукт и при движении вперед, и при движении назад. Но если мы, допустим, нанесем риски в одном направлении, ну тут, допустим, вот как здесь, да, и вот сюда, то получается так, что
При движении вперед у нас нож проскальзывает, а при движении назад нож начинает цепляться за разрезаемый материал и резать. Поэтому мне хотелось бы услышать мнение людей, которые занимаются заточкой, как они затачивают именно кухонные ножи. Я еще раз говорю, что для себя я усвоил одно, что с одной стороны риска наносится в одном направлении, с другой стороны ножа в другом. Выглядит это примерно вот так. То есть, сейчас я постараюсь это показать. Допустим, мы кладем нож, да, и... Не знаю, видно сейчас, секунду. Кладем вот так вот нож, да, и работаем с одной стороны в точилке, например. То есть, сейчас я работаю справа налево, да, допустим, вот такими движениями. Я наношу риску, когда у меня уже режущая кромка проточена, удалены следы от предыдущего абразива, я начинаю двигаться в одном направлении, слева направо. И у меня, получается, риска наносится вот так. Когда я переворачиваю нож, да, на точилке, я также двигаюсь слева направо. Вот таким образом. И получается, что риска идет у нас вот в этом направлении, да? И здесь на режущей кромке зубчики с одной стороны и зубчики с другой стороны как бы перекрещиваются. И нож у нас начинает резать и в том направлении, и в обратном направлении. Но если мы будем, допустим, точить только от кончика к пятке с одной стороны, и с другой стороны от кончика к пятке, да, или наоборот, от пятки к кончику, и с этой стороны от пятки к кончику, то, соответственно, мы получим, что нож будет резать только в одном направлении. Либо в направлении вперед, либо в направлении назад. А в другом направлении нож будет проскальзывать в разрезаемом продукте. Считаю допустимым, иногда даже так и делаю, да, затачивать вот такие вот маленькие овощные ножи, да, именно в одном направлении. То есть наносить риску от пятки к кончику под вот таким углом. Ну, сейчас, секунду, покажу. Вот под таким углом. Почему допустимым? Ну, потому что эти ножи, как правило, применяются для чистки. А чистим мы как? Вот такими движениями. Допустим, там картошку или еще что-то. И, соответственно, нож спокойно у нас выполняет свою работу. Но если таким ножом начать что-то разрезать вот вперед-назад, как обычно это делают, то получается следующее, что нож вперед проскальзывает, а назад начинает резать. Что вы думаете по этому вопросу? Хотелось бы услышать ваше мнение. Ну и мнение, собственно, Владимира, кому адресован этот вопрос.